Стоило весне показаться на пороге Ивановского зоопарка, как тут же у его обитателей проснулись природные инстинкты. Процесс размножения в этом году начался раньше обычного. Пернатые вовсю уже вьют гнезда, а у пары сов вывелись малыши. Три детеныша серой неясыти прячутся пока что в домике. Родители их кормят и греют. Для них специально увеличили рацион питания. В дикой природе птенцы, как правило, вылупляются на полтора месяца позднее. На здоровье такое преждевременное появление пернатых на свет плохо не скажется. Но в целом в раннем размножении животных даже в условиях неволи отрицательных моментов больше, чем положительных. Позитива особого нет, потому что раннее размножение все равно несет за собой какие-то последствия. Во-первых, это и заморозки ночные, и световой день гораздо короче. Но тем не менее животные высиживают кладку, выкармливают малышей. Негатива, думаю, больше, чем позитива.